So welcome here, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, мы благодарим Тебя, Иисус. 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 Ты есть дверь. Иисус. Ты есть дверь к Отцу, Иисус. Ты наша дверь к Отцу, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Шекета сикет кортея рамено шея. О, рамана секето тия лекето шея. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, любимый наш. Спасибо за то, что Ты здесь. Ты здесь, и Ты уже ждешь нас. Ты здесь, и Ты ждешь нас. Спасибо за Твое облако, которое ждет нас. Ты ждешь, чтобы мы погрузились в Тебя. Ты ждешь. Спасибо за Твое облако славы, которое есть на этом месте. Спасибо Тебе, любимый Абба. Любимый Абба. Спасибо. Спасибо за Шекайна славу. О, мы высвобождаем Шекайна славу. Мы высвобождаем Шекайна славу. Шекайна слава. Шекайна глори. Шекайна глори. Пребывающая слава. Слава, которая пребывает и не отходит. Слава, которая пребывает и не отходит. Покоящаяся слава. Oh, we release Shekinah glory over this place. Your residing glory. Your residing Shekinah glory. The permanent. This is your permanent dwelling place, Jesus. This is your permanent dwelling place, Father. We release your Shekinah glory in this house. Shekinah слава в этом доме. Пребывающая, живущая. Живущая, пребывающая слава. О, Шекайна Глори. О, we welcome you, 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 the glory cloud. Oh, we welcome you. We welcome you. Oh, rest in this place. Rest in this place. Rest in this place. Oh, rest in this place. Oh, rest in this place. Oh, Shekinah glory. Shekinah glory. Shekinah glory. Oh, rest in this place. Oh, rest in this place. Oh, we welcome you. We welcome you. We welcome you. Purifying fire of God, we welcome you. Oh, we welcome heaven. We welcome heavenly hosts. We welcome you. We welcome you. We welcome you. Oh, Spirit of God, we welcome you in your fullness. We welcome you in your fullness. Oh, Spirit of God,
Spirit of God, oh, dwell in this place. Oh, dwell in this place. Shekinah glory, Shekinah glory, oh, dwell in this place. Dwell in this place. We welcome you. Oh, we welcome you. The fullness of the Spirit, the fullness of the Spirit. The fullness of the Spirit of God. Oh, Spirit of the fear of the Lord. Spirit of knowledge, Spirit of understanding, Spirit of counsel. Spirit of might, Spirit of wisdom, we welcome you. We welcome you. This is your dwelling place. 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 We welcome you. Oh, we welcome heaven in this place. We welcome heaven in this place. We welcome heaven in this place. Oh, we welcome heaven in this place. Oh, Tiki, 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 Slava Boga в этом месте. Tiki, 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 oh, Tiki, река от трона Бога, Tiki в этом месте. Река от трона Бога, Tiki в этом месте. Река от трона Бога, Tiki в этом месте. Река от трона Бога. Oh, Jesus, oh, oh, Jesus, yeah, oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh, мы высвобождаем дерево жизни в этом месте. Иисус, ты сказал, ты есть жизнь, и вкушающий тебя не умрет. И вкушающий тебя не умрет. Ты есть дерево жизни. Мы вкушаем от тебя, Иисус. Мы вкушаем от тебя, Иисус. Ты есть дерево жизни. Ты есть дерево жизни. И мы вкушаем, вкушаем, вкушаем от тебя. О, мы вкушаем от тебя. Ты есть жизнь. Ты есть жизнь, ты есть жизнь и воскресение, ты есть жизнь, ты есть воскресение, мы вкушаем от тебя. Иисус, Иисус, мы вкушаем от тебя. Накорми нас, Иисус, собой. Накорми нас, Иисус, собой. Накорми нас, Иисус, собой. Мы вкушаем, мы вкушаем от тебя, Иисус. Ты есть наше дерево жизни. Ты сказал, побеждающий будет вкушать от дерева жизни. Побеждающий будет вкушать от дерева жизни. Ты есть наша жизнь. Мы вкушаем от тебя. Мы вкушаем от тебя. И каждый раз, когда мы вкушаем от тебя, приходит новая сила. Приходит новая жажда. Приходит новый голод. Мы вкушаем от тебя. И Дух Бога на нас. Когда я вкушаю от тебя, Дух Бога, Дух Бога, Дух Бога живет во мне. Он наполняет меня, Он наполняет меня. Вкушай, вкушай от Иисуса прямо сейчас. Это дерево жизни прямо сейчас. Оно здесь, тебе не нужно ждать, когда твоя жизнь закончится на этой земле, чтобы вкушать от дерева. Это дерево.
прямо сейчас. Оно здесь, оно здесь, оно здесь, оно доступно. Иисус, ты мое дерево жизни. Иисус, я вкушаю от тебя. Иисус, Иисус, я чувствую, как мое ДНК превращается, как мое ДНК трансформируется, и оно становится подобным тебе. И моя внутренность становится подобной тебе, когда я вкушаю от тебя. Когда я вкушаю от тебя. Когда я вкушаю от тебя. Прямо сейчас вкушай, 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 вкушай от него. И чем больше ты будешь есть от него, тем больше жажда и голод будет приходить к тебе по нему, тем больше любовь по нему будет захватывать тебя, тем больше ревность Бога будет входить в тебя. Входи в его атмосферу, преследуй его всем сердцем, преследуй его всем разумом, преследуй его всей крепостью твоей, преследуй его, и он будет наградой твоей. И он будет наследием твоим. О, преследуй его больше, чем что-либо. Преследуй его больше, чем даров. Преследуй его больше, чем чудес. Преследуй его больше, чем знамений. О, преследуй его больше, чем призвание. Преследуй его больше, чем служение. Мы преследуем тебя, Иисус. 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 И твой огонь, твой огонь, твой огонь наполняет наши кости. Твой огонь наполняет наши кости. Твой огонь наполняет наши кости. Мы преследуем тебя. Мы преследуем тебя. Мы преследуем тебя, Иисус. Мы преследуем тебя, Иисус. Ты наша цель, ты наша награда, ты наше наследие, ты наша ценность, и ты наш приз. Ты наш приз. Наши глаза устремлены на тебя. Наши глаза устремлены на тебя. Иисус, царь славы. Иисус, царь славы. Иисус, царь славы. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе. Это дом твой. Это дом твой, это дом молитвы. Ты назвал этот дом дома молитвы. Ты назвал это место место молитвы. Это место молитвы. Это место, где ревность твоя вошла в нас. Твоя ревность овладела нами. Это дом, это дом, это дом, дом молитвы, дом молитвы, дом молитвы. Иисус, мы вкушаем тебя, продолжай вкушать его, продолжай вкушать его, продолжай вкушать тебе его. Тебе не нужны очередные учения, тебе не нужны очередные проповеди, тебе не нужны очередные книги, тебе нужен он. Ничто не заменит его присутствия. Ничто не заменит атмосферы Иисуса.
никто, никакой учитель, никакой проповедник не сможет заменить тебе его. Преследуй его больше, чем проповеди. Преследуй его больше, чем учения. Преследуй его. И ты увидишь, на какие глубины он возьмет тебя. Ты увидишь, как он далеко поведет тебя. Ты увидишь, какие откровения он начнет давать тебе. Преследуй его. Преследуй его. Преследуй его. Преследуй его. Преследуй его. Преследуй его. Мы преследуем тебя, Иисус. Мы преследуем тебя, Иисус. Мы преследуем тебя, Иисус. Твоя ревность захватила нас. Твоя ревность захватила нас. Твоя ревность захватила нас. И мы мертвы, мертвы для этого мира. Мы мертвы для похотей этого мира. Мы мертвы для похотей этого мира. Мы мертвы. Ты захватил нас. Ты захватил нас. Ты захватил нас. Ты захватил нас, Иисус. Ты захватил нас, Иисус. Ты захватил нас, Иисус. Ты захватил нас. Ты захватил нас. И мы больше не можем быть прежними. Мы больше не можем хотеть то, чего мы хотели раньше. Мы не можем быть прежними. Мы помечены тобой. Мы помечены небом. Мы помечены небом. Ты помечен самим Иисусом. Ты помечен самим Иисусом. Ты помечен и самим Иисусом. Перестань заигрывать с этим миром. Перестань заигрывать с духом этого мира. Ты помечен самим Иисусом. Ты помечен. Ты помечен. Ты больше не сможешь жить старой жизнью. Ты больше не можешь думать, как ты думал раньше. Твое мышление уже другое. Твое мышление уже другое. Он пометил тебя. Он отделил тебя. Ты святой, потому что ты отделенный для Него. Ты отделенный для служения Ему. Ты отделенный для любви к Нему. Ты помеченный. Ты помеченный. Ты помеченный. Ты не принадлежишь больше этому миру. Ты не принадлежишь больше этому миру. Ты помеченный навсегда. You are marked. You are marked. You are marked by heaven. And you are marked by Jesus. You are marked by heaven. Don't think like them. Don't look like them. You don't look like them anymore. You don't smell like them anymore in a spirit. У тебя другой духовный запах. У тебя другой земной запах. У тебя другие духовные одеяния. Перестань, перестань быть такими, как они. Ты больше не принадлежишь этому миру. Он переодел тебя. Он переодел тебя. Он переодел тебя и отделил тебя. Переодел тебя и отделил тебя. Переодел тебя и отделил тебя. И сделал тебя святым, святым, святым народом. Ты святой народ. Ты царственное священство. Ты отделенный. Ты отделенный. Ты отделенный. Мы отделены для Тебя, Иисус. Мы отделены для Тебя. Мы помечены Тобой. И мир не может понять нас. И мир не может понять нас. Потому что мы помечены Тобой. И Твое ДНК. И Твое ДНК в нас. Мы помечены Тобой. Мы выглядим по-другому. Мы звучим по-другому. Мы пахнем в духе по-другому. Мы ведем себя по-другому. О, вкушай, вкушай, вкушай от дерева жизни.
Ты превращаешься в Него каждый раз, когда ты вкушаешь Его. Ты превращаешься в Него. Ты превращаешься в Его подобие. О, вкушай, 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 вкушай от Него. Вкушай от Него. Вкушай от Него. Иисус, Ты наш хлеб. Иисус, Ты наша живая вода. Иисус. Иисус, Ты наш хлеб. Ты наша живая вода. Иисус, Иисус. Мы не преследуем рост. Мы не преследуем то, что другие называют успехом. Но мы преследуем Твой Дух. Мы преследуем Твой Дух. Мы преследуем Твой Дух. Мы преследуем Твой Дух. Мы преследуем Тебя. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah слава, о, Shekinah слава, мы преследуем Тебя, о, опустись, Господь, опустись, как Ты это делал с Израилем, в столпе огненном и в столпе облачном, пребывай. Прибывай в этом доме, прибывай. Прибывай в этом доме, очищай этот дом. Очищай этот дом, очищай этот дом. Очищай этот дом. Очищай этот дом. Очищай этот дом. О, Аба, очищай этот дом. Это место чистоты, это место святости, это место, где страх Бога пребывает. Очищай этот дом, очищай. Очищай этот дом, очищай. Очищай этот дом, очищай. Очищай, очищай. И ничто нечистое не сможет находиться на этом месте. Мы посвящаем этот дом Богу. Мы посвящаем этот дом нашему Отцу. Это дом Его славы. Это место Его славы. Это ковчег Его славы. Это место молитвы. И каждый, кто попадает на это место, пусть будет захвачен твоей ревностью. Пусть будет захвачен ревностью по дому молитвы. Пусть будет захвачен твоей ревностью. И пусть он будет захвачен огнем в костях. О, каждый, кто будет попадать на это место, пусть чистота будет приходить в жизнь. Пусть чистота будет приходить в мысли. Это дом твоей славы, Отец. Это дом твоей славы и дом радикальной любви по тебе. И ничто нечистое, и ничто нечистое не сможет находиться здесь. Это дом Твоей славы. Это дом Твоей славы. О, спасибо Тебе за этот дом молитвы. Спасибо Тебе за нашу духовную семью. Спасибо Тебе, любимый. Теки здесь. Теки еще больше. Еще больше. Еще больше Духа Твоего, Отец. Мы жаждем еще больше Духа Твоего, полноты Твоего Духа, полноты Твоего Духа, полноты Твоего Духа. Мы жаждем Твоей полноты, мы жаждем Твоей полноты. Дух Бога, о, Shekinah glory, Shekinah glory, residing and dwelling, glory. God residing and dwelling, glory of 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 God residing and dwelling of glory of God. We welcome you, we welcome you,
Father, we welcome you, King of Glory. Oh, we welcome you. We welcome you. We welcome you. Oh, мы говорим сейчас, мы просто пророчествуем, что это место будет местом встречи людей с Иисусом. Это место, где люди будут попадать в энкаунтер лицом к лицу с Иисусом. Встреча с Иисусом лицом к лицу. Мы высвобождаем в этом месте. Мы высвобождаем в этом месте. Встречи лицом к лицу с небом. Встречи с небом. Встречи с Иисусом. Встречи с небом. Встречи с Иисусом. Встречи с небом. Встречи с Иисусом. Встречи с небом. Это место Его славы. Это место Его славы. Это портал неба. Мы говорим, что это место. Это портал Его неба. Это портал Его неба. Это лестница Иакова. Мы говорим, что это место. Лестница Иакова. Мы высвобождаем эту лестницу прямо сейчас. На этом месте. И мы видим ангелов, поднимающихся и спускающихся. Поднимающихся и спускающихся. Это место славы Бога. Это место Его огня. Это место Его ревности. Это место Его святости. Это место Его славы. Это место Его славы. Это место Его огня. Это место чистоты. И все, что попадает на это место, будет превращаться в Иисуса. И каждый, кто будет попадать в это место, будет превращаться в Иисуса. Он будет становиться подобным Иисусу. Мы высвобождаем встречи лицом к лицу с небом и с Иисусом. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Это Твой дом! Это Твой дом! Это Твой дом! Это дом молитвы! И ревность по дому Твоему съедает нас! 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 Ревность по дому Твоему! О, съедает нас! Съедает нас! Ревность по дому Твоему! Это место огня! Мы видим, как Твой огонь горит здесь! И ничто нечистое не сможет находиться здесь! Это место Твоей славы. Это место Твоей славы. Это место Твоей славы. Это место Твоего движения. Это место Твоей славы. Это Твой дом обитания. Это Твой дом обитания, Папа. О, Папа! О, Папа! Любим тебя, о Абба, мы любим тебя, о Абба, о Абба, мы любим тебя, наш Абба, о Абба, мы любим тебя, наш Абба, о бабочка, это твое место, это твое. Это твое место. Продолжай очищать свой дом. 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 Больше тебя, больше твоего духа, больше твоего духа, больше твоего духа. Больше твоего духа, больше твоего духа, больше твоего духа. Мы преследуем,
мы преследуем Тебя. О, мы ничего не хотим. Мы не хотим того успеха, за которым гонятся остальные. Ты наш приз, Ты наш успех, Ты наша ценность, Ты наша награда, Ты наше наследие. Тихи здесь, любимый. О, пусть Твоя тяжелая слава опускается здесь, и каждый раз пусть это присутствие становится тяжелее и тяжелее, весомой и весомой. Мы будем делать все, что мы можем, чтобы преследовать это, чтобы культивировать, потому что мы жаждем видеть Твою славу еще больше, новую, новую славу, новую славу для этого сезона, потому что Ты сказал в Агея 2.8, что слава этого дома превзойдет славу нынешнего дома, что эта слава превзойдет, что эта слава превзойдет славу ныне прошлого дома. Отец, о, спасибо Тебе, 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 Иисус, о, спасибо, о, спасибо за славу нынешнего дома. Бога
Святой есть Сын, и Святой есть Дух. О, мы почитаем Тебя, Троица. Мы почитаем Тебя, Троица. О, мы почитаем Тебя, Троица. Разрешение. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Дух Святой, Дух Святой. Oh, we say welcome. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Ше-ла-ла-ла-ла, маса-то-то-ку-ра-ба, ше-ла-ла-ла. Ле-ра-маса-ла-ла-ке. Ле-ра-маса-та-та-ке-ра-баса. Погрузи нас в глубину. О, погрузи нас в глубину. Погрузи нас в глубину, Отца. Погрузи нас, погрузи нас, погрузи нас. Погрузи нас, погрузи нас. Кера башира маса. Погрузи нас в Отца. Те, которые мы видели. О, Дух Святой, Дух Святой. Напомни нам. Напомни нам. О те глаза, которые мы уже смотрели. О, let us see those eyes. Let us remember. Let us remember. Сейчас мы входим в эту открытую дверь. Прямо сейчас мы входим. И мы погружаемся в глубину. Мы погружаемся в сердце Отца.
погружаемся в сердце Отца. Open our eyes, Papa. Open our eyes, Spirit of God. Напомни, напомни, напомни. Я уйду, но придет тот, который напомнит вам все. Напомнит вам от начала. Напомнит вам все, что я сказала. Он напомнит вам обо мне. О, Дух Святой, Дух Святой, Дух Иисуса Христа, открой нам ту сторону Агнца, которую мы не видели. Дух Святой, Святой, покрой это место. Открой, открой, открой. Шелара масала кей. Леба баба басендара лабо. Леба сендара лабо. Шелара макей. Дух Святой, Дух Святой, открой. Лебра сандара лабо. Это ты. Дух Святой, мы просим не для себя, мы просим для земли, для всех, кто жаждет. Мы просим откровение Сына. О, Дух Святой, Дух Святой, мы просим откровение Сына. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Керама башера. Мы просим откровение, познание, тайну воскресшего Агнца. Дух Святой, Дух Святой, Лера Баши Ля Баса. Иисус бы сказал, Он напомнит. Дух Святой, напомни нам. О, мы просим откровения. Мы просим откровения. Открой, открой тайну. Open that scroll. Кела пробаши на рамае, да сона рамуку, рабаши на рамасе. Open that scroll. Шера браса на рабуке. Леба баба сара боши на баку рамаса. Открой свиток за печатанного воскресшего Агнца внутри меня. Лепра баба башеля рамаса токе рамаса. Open up, open up, open up. Шеля баса токо рабаба енаке. Open up, open up, лепра сандаре. Yeah.
Все небо приходит в движение. О, что есть святость твоя? Что есть святость твоя, от которой все небо приходит в движение? О, что есть святость твоя? Святой, святой, святой. Say worthy, worthy, worthy. Holy, holy, holy.
Прикасается к этому дому, прикасается к телу Его. Иисус, Иисус, Иисус. Это наше послание. Это единственная наша мысль. Это единственная наша проповедь. Это Иисус, Иисус, Иисус. Почитаем Тебя. Этот дом почитает Тебя, Иисус.
почитаем Тебя, Царь славы. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Пускай имя Твое сегодня произведет исцеление. Пускай имя Твое сегодня вернет надежду. О, имя Твое, имя Твое, имя Твое, имя Твое, Иисус. В Нем моя сила, в Нем мой покой. В этом имени моя надежда, моя вера. В этом имени мое все, в этом имени мое исцеление, в этом имени, о, в этом имени, в этом имени моя любовь, в этом имени моя жизнь, в этом имени. Пускай имя Твое Твоим, о, именем Твоим, о, именем Твоим, именем Твоим, именем Твоим, именем Твоим, я окутываю себя. Иисус, 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 о, мы.
на дом каждого, каждого. Прямо сейчас мы погружаем в кровь Твою. Погружаем, погружаем, погружаем. Эрабасара ракеля басандарабо. Погружаем. Лебрасара ракей. Лебабабаба ще погружаем. Погружаем в кровь. Погружаем в кровь. Погружаем в кровь. Лебрасара ракера башера раламасу. Погружаем. Наши семьи мы погружаем в кровь, мы погружаем в кровь. Эта церковь, она окутана, она пропитана с ног до головы кровью Твоей. Снутри и снаружи она пропитана кровью Твоей. О, мы погружаем в кровь. Лебасара лакей, лебрашира ламасара. Жизни. В пятый день четвертого месяца, когда я был среди пленников у реки, небеса раскрылись, и было мне видение от Бога. Я смотрел и видел смерч, который надвигался с севера. Огромное облако со сверкающими молниями, окруженное сиянием. Посреди огня было нечто, подобное сияющему металлу. В огне были подобия четырех живых существ. Каждое из них шло лицом вперед. Куда бы ни шел дух, шли и они, не оборачиваясь на ходу. Облик живых существ был подобен пламенеющим углям, подобным факелам, и огонь непрестанно перемещался посреди существ. Он пламенел, и из него вырывалась молния,
Существа быстро передвигались вперед и назад, подобно тому, как сверкает молния. Я смотрел на живых существ и видел на земле колеса возле них, по одному на каждого из четырех. Двигаясь, они могли направляться в любую из четырех сторон, куда были обращены существа. Когда существа передвигались, колеса не поворачивались. Их ободья были высоки и страшны. Ободья всех четырех были кругом полны глаз. Когда живые существа двигались, двигались и колеса, располагавшиеся возле них. Когда существа поднимались с земли, поднимались и колеса. И куда бы ни шел дух, шли и они, колеса поднимались с ними, потому что дух живых существ был в колесах. Над головами живых существ было нечто подобному своду, искрящийся, словно кристалл, распростертое над их головами. Под сводом их крылья были простерты одно к другому, и каждого из них было по два крыла, которые закрывали тело. Когда существа двигались, я слышал шум от их крыльев, подобный реву могучих вод, подобный голосу всемогущего, подобный боевому кличу в воинском лагере. Останавливаясь, они опускали крылья. И из-за свода над их головами раздавался голос. Останавливаясь, они опускали крылья. Над сводом, который был над их головами, было нечто подобное престолу из сапфира. А над подобием престола сверху восседал некто, похожий на человека. И я видел, что от пояса и выше он был похож на сияющий металл, словно бы исполненный пламени. А ниже того места он был похож на огонь. Его окружало сияние. Сияние вокруг него было подобно радуге в облаках в дождливый день. Таково было явление подобия Господней славы. Увидев это, я пал ниц, и я услышал прозвучавший голос. Он сказал мне: «Сын человеческий, поднимись на ноги, и я буду говорить с тобой». И когда он говорил, дух вошел в меня, поднял меня на ноги, и я услышал говорящего со мной. Я сейчас высвобождаю это видение Иезекииля над этим домом. Я высвобождаю его над этой церковью, потому что приходит время, где небеса открываются. И даже если ты в месте своего пленения, ты увидишь небеса открытыми, и ты увидишь, как Дух Бога войдет в тебя и начнет говорить с тобой, как никогда. Он начнет говорить с тобой ночью. Он начнет говорить с тобой в то время, когда ты этого не ожидаешь. Только преследуй его дух. Только преследуй его дух. Он так хочет тебе открыть его лицо. Он хочет тебе открыть свое лицо. Но тебе нужно следовать за его духом. Не уклоняйся ни налево, ни направо. Продолжай преследовать его. Продолжай преследовать его. И ты увидишь то, что видел Иезекииль. Ты услышишь этот шум. И дух говорящего войдет в тебя. И дух Бога будет говорить внутри тебя. И Он пошлет тебя туда, где ты должен быть. И Он даст тебе слова, которые ты должен говорить. И Он поместит этот свиток внутрь тебя. О, спасибо тебе, Отец. Мы высвобождаем это над этим домом. Мы высвобождаем твой гром. Мы высвобождаем твои молнии. Мы высвобождаем звук неба в этом месте. Мы высвобождаем твой трон. И наши глаза устремлены на сидящего на этом троне, потому что это дом твоей славы. И мы благодарим тебя за этот дом. Это дом твоей славы. Это дом встреч лицом к лицу с тобой. Это дом встреч со славой твоей. Столкновение со славой твоей. Спасибо тебе, любимый. И мы покрываем каждого, кто находится здесь, тех, кто будут смотреть нас, мы покрываем их, мы высвобождаем славу Бога в дома, высвобождаем сверхъестественный мир Бога, покой Бога и Дух Бога. Спасибо тебе, любимый. Аминь.